Возможность заявить о себе, получить дополнительную рекламу, а также мотивацию и вдохновение для роста и продвижения своего бизнеса могут саровские предприниматели или самозанятые. Традиционно в апреле Центр поддержки предпринимательства при содействии администрации города и Ассоциации промышленников и предпринимателей запускает прием заявок на масштабный конкурс «Предприниматель года». Документы мы принимаем в виде электронной заявки. Да, также мы просим приложить свою фотографию, чтобы мы рассказали про каждого участника и познакомили горожан с их непростым и интересным делом, которым, конечно же, наши участники гордятся. В этом году выбирать лучших будут в 8 номинациях: «Семейное дело», «Прорыв года», «Про бизнес онлайн», «Про творчество», «Про спорт», «Про здоровье», «Про детство», «Про Саровское». Критерии у нас остаются такие же, как и в прошлые годы. Да, у участника не должно быть задолженности, у участника должна быть положительная репутация. И не принимаем мы документы, не допускаем к участию в конкурсе тех, у кого основное направление деятельности – это реализация ограниченных по возрасту товаров. Заявки на конкурс «Лучший предприниматель» принимаются до 24 апреля, после того, как заявки будут сформированы, организаторы объявят интернет-голосование, в котором смогут принять участие все горожане. В каждой номинации необходимо будет отдать голос за одного участника. Также можно будет выбрать народного бизнесмена, вписать в специальную графу фамилию предпринимателя, который, на ваш взгляд, заслуживает этого титула. Итоги конкурса объявят на торжественном мероприятии в конце мая. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.